Итоги года подвела госжилинспекция Московской области. На брифинге руководитель ведомства Вадим Соков осветил результаты работы и рассказал о планах на следующий год. А также отметил участие средств массовой информации в освещении работы ведомства. Так, в рамках встречи прошло награждение представителей СМИ, в их числе генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. В 2017 году надзорное ведомство провело более 120 тысяч проверок, обследовав около 130 тысяч многоквартирных домов. Также руководитель службы отметил, что за год учреждение вовлекало общественников и молодежь в работу жилищно-коммунального хозяйства с помощью различных форм взаимодействия. Например, форума «Управдом», проекта «Школа грамотного потребителя», а также других мероприятий. Помимо этого, Вадим Соков рассказал о приоритетных направлениях работы. Мы первые в России, жилищная инспекция, создали такой институт, как общественные жилищные инспектора. Значит, вот день открытых дверей управляющих организаций тоже, то есть с привлечением общественников. Наш девиз – это первое, значит, при подготовке дома к зимней эксплуатации, чем больше мы нарушений найдем летом, да, каждое нарушение, которое мы летом выявили, это аварии, которые мы зимой предотвратили. Также он подчеркнул роль советов домов и общественных жилищных инспекторов в работе ведомства. Далее на брифинге Вадим Соков отметил работу средств массовой информации и поблагодарил их за всесторонние освещении темы ЖКХ. В числе награжденных была директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Помимо благодарности, она получила удостоверение члена общественного совета и общественного помощника руководителя госжилинспекции. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.